Если мужчина уважает себя и из уважения к себе, то есть ценность самого себя, взаимодействует с окружающим миром, то это создает эффект его полной реализации в этом мире. Знаете, чем занимается женщина всегда при взаимодействии с мужчиной? Она пытается уничтожить мужчину через то, что прекращает его уважать и создает проверку, насколько он останется в ценности. И помните, если вы экзамен не прошли и решили, что вам нужно поддаться, промолчать, подстроиться, перетерпеть, вы перестали быть ценностью для этой женщины, потому что для нее главное проверить, ты уважаешь самого себя, а значит, позволяешь ли мне над тобой глумиться, тебя обзывать, над тобой издеваться, тебя унижать и заставлять тебя действовать, как мне нравится. И что самое интересное, по всем клиентам, кого я консультировал, я обнаружил интересную вещь. Там, где женщина делала что-то не так, она обвиняла своего мужчину. И даже когда она уговаривала, да, я приму решение, да, я приму решение, он говорит, да погоди, я же всегда принимал нормальное решение, что ты вдруг, у тебя как бы с этим проблемы. Нет, я должна, ты же меня любишь, зачем ты так со мной? Хорошо, принимай. Она приняла решение, получилась жопа. Что она говорит? Почему ты меня не остановил? Ты же мужчина. Ты должен был поступить так, как ты должен поступать. А ты проявил слабость, все, вот расхлебывай, ты виноват во всем. Я же не знал, что у меня не получится. А ответственность я на себя не буду брать.